трибуна. Как вы считаете, как можно использовать заброшенные здания в Кривом Роге? Ну, использовать заброшенные здания вряд ли уже можно. Я думаю, скорее их нужно снести и, может быть, на их месте построить что-то более, ну, чтобы пользу приносило какую-то людям хотя бы. У нас очень много мест в городе, где можно было построить замечательные какие-то развлекательные центры для людей, что-то для, может быть, детского развития, да, те же музыкальные, художественные школы. Поэтому, в принципе, есть чем заняться, и город у нас достаточно большой, и места полно. Да, я думаю, что их лучше снести и что-то на их месте новое построить. Вообще, мне кажется, что старые здания, если они недостаточно ветхие, в принципе, можно модернизировать, и это просто огромный простор для использования. Я молчу даже про какие-то магазины, про какие-то вот аренду помещений. Сейчас молодежь очень инициативная. Молодежь сейчас, вот, как, собственно, и молодежь европейская, пытается какие-то мероприятия проводить постоянно, какие-то концерты, выставки, просмотры кинофильмов. И вот такие вот места можно было бы сдавать, допустим, в аренду молодежи каким-то инициативным организациям, группам. И это бы очень хорошо отразилось, допустим, на культурное развитие нашего города. Ну, в любом случае, заброшенные здания надо как-то вложить в них деньги и реконструировать. Я считаю, что дети – это наше будущее, поэтому надо вкладывать в наших детей. И в любые развивающие центры, спортивные секции – все, что будет способствовать ихнему развитию. Создавать конкурс людям, которые заинтересованы, отдавать их. Пусть они делают ремонт, создают какие-то там центры, я, ну, не знаю, ну, просто центры детей творчества, ну, как раньше было, там, кружков куча, сейчас куда ребенка отдать? Только на платные секции какие-то, если можно создавать все это на этих в этих заброшенных зданиях. Ну и плюс, конечно, красивый фасад лучше смотрится, чем обшарпанное здание. Их можно использовать для интересных креативных фотосессий, например. Это здание никто не контролирует, что хотите, то и делайте. А еще я знаю, недостроенное здание однажды использовали для интересного официального ивента строительного. Поэтому, как вариант, такое тоже может быть. Я думаю, что можно использовать заброшенные здания вообще для разных абсолютно вещей. Можно открывать какие-нибудь, допустим, фотостудии или делать такие локации. Можно перестроить по-другому их, ну, для каких-то более полезных вещей. Вообще, я думаю, что заброшенные здания подходят больше как чего-нибудь для творческого такого-нибудь, чтобы как-то интереснее их перестроить. Ну, их можно реставрировать. Дело в том, что многие заброшенные здания, половина точно заброшенных зданий, могут представлять историческую ценность для города. Их можно восстановить, использовать как музеи или как, по крайней мере, музейные объекты, чтобы была хоть какая-то память для молодежи, для поколения. Как выглядел раньше наш город? Открытая трибуна.